смотрите Viva TV, и с вами я, Дмитрий Каторжнов. 28 января в Москве пройдет сборище любителей электронного пара. Вейперы, как они сами себя называют, встретятся в креативном пространстве Lumiere Hall. На мероприятии будут представлены свыше 30 компаний с устройствами, аксессуарами и жидкостями. Обещают розыгрыши, интерактивы, мастер-классы. Призовой фонд самого крупного конкурса – 60 тысяч рублей. Получается, любой может прийти и бесплатно получить непроверенный учеными прибор. Развлекать молодежь будет пятая международная битва вейп-энтузиастов. Называется она Battle Vape January Cup – январский кубок, стало быть. 10 команд предлагается оценить по абсолютно очевидным критериям. Например, качеству используемой жидкости, дизайну или эргономичности девайса. Помимо распродажи, запланирована B2B-конференция. Самопровозглашенные бизнесмены объяснят, как продать абсолютно безопасное устройство страждущим посетителям. Представители бизнес-сообщества смогут обменяться деловыми контактами и поучаствовать в конференции, где будут затронуты актуальные на текущий момент темы. Говорится в анонсе на сайте ярмарки. Спикерами уже заявлены представители вейп-шопов «Бабилон», «Вардекс» и «Папироска.рф». Посетивший конференцию, уверены организаторы, преуспеет во всех направлениях своего бизнеса. Назревает вопрос, если вейпы так безопасны, как о них говорят, разве не должны покупатели сами тянуться к точкам реализации суррогатного дыма? Посетить такую ярмарку удовольствие недорогое, сравнимо с бутылочкой бюджетной жидкости. А если хочется послушать предпринимателей, цена возрастет до флакона премиалки. Как справятся с организацией представители крупнейшего СМИ о вейпинге VivaLaCloud и работники Vape Village, покажет время. Мы продолжим следить за историей и расскажем, что будет происходить 28 января в креативном пространстве Lumiere Hall.